За прошедшую неделю в дежурную часть отдела МВД России по городу Бирску поступило 455 сообщений о происшествиях, в том числе о 17 преступлениях. 9 преступлений раскрыты в дежурные сутки, 4 из ранее зарегистрированных. Сотрудниками полиции выявлено и задокументировано 173 административных правонарушения. Из них 116 по линии безопасности дорожного движения. 50 правонарушителей доставлялись в дежурную часть. 5 июля текущего года сотрудниками уголовного розыска завершен комплекс мероприятий, в ходе которого пресечена преступная деятельность жительницы города Бирска 86 года рождения, осуществлявшей незаконный сбыт наркотических средств на территории нашего города. Указанное лицо ранее судимо за совершение аналогичных преступлений. В отношении фигурантки избрана мера пресечения, заключение под стражу. Ведется следствие.